Ну что, нахера вы, блядь, сразу к центру платформы бежите? Мне сейчас надо, наверное, ЕП по времени давать. Час 30 до лича 1000 ЕП, до лича еще 1000 ЕП. Открывайте шкаф. Чем? Моете его. Все, давайте футбол парейду, все здесь. Куэ, Сатарарепа, Айур, Поклонский, запустил. Неужели прибыли, наконец, хваленные силы света? Мне... бросить ледяную скорбь. Выключите стаю. На твою милость, Фордринг. Мы даруем. Кто кулаки раздай? Одного человека взял, да? Да. Ваня, выключи стаю. Там аура ханта стоит. Будешь молить о пощаде, но я не буду. На перебежках можно, да? Служат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты... Не могу дождаться, величайший служитель света. Пропустил рождение... Перебежали мелики в квадрат. Чума, 3 секунды. Вот. Мелики, нет, РДД перебежали. РДД ловушка, проводим на зону, милики в квадрат встали, чума, 2 секунды. Одна, ничем, чума. Милики в квадрат, ловушка. Ох, блядь, это было близко.
Наступление на ромбике. Промазал. Ладно. Ловушка, одна секунда. РДД ловушка. Второй шаркар вылез. Чума, одна секунда. Саваня поднимает квазара, микролабик чума. Ловушка, РДД. РДД зоны перебежали. Останавливаю лича. Ловушка. Мелики ловушка. В квадрат отошли. Чума 2 секунды. Аудасиус. Где по скилу? Я специально постоял посередине, чтобы на меня кинулась чума. Там, ловушка. Да. Отбежали, отбежали. ДЦ, отойди. Блядь, ёбаный. Сука, ну как? Ну как, ёбаный стыд. Так, Норка, никчем, Аудасиус, Микролабик, Рудзус, Ордеус. Надо кидать этим людям ГП. Да чё это всем-то, блядь? Ну, просто так. Ну, что так, так, все отбегали. Так все отбегали, а вы, я хуй знает. Как будто вы из центра отбегали, да с замедлением 90%, блядь. Так, Норка, никчем, Аудасиус, Микролабик, Ордеус, да. 5 человек. А квазар как умер. Кидай тоже выкинул. Ну, там первая смерть от чего была. Кар подошел уже. Понял. Кому там еще? Квазару кидай. Норка ни к чем, Аудасиус, Микролабик, Рудеус, Квазар. Николабику можешь еще сотку накинуть за прошлый трай на ловушке тоже. Да вроде всех. Ну тогда отлично. А можешь они накинуть? Давай туда всем РДД кидай. Под нами, под кем-то неизвестно, под кем вылилось то уже. Чё, к чему ты сказал? Потому что неизвестно, кто виноват. Как это неизвестно? Но... Так известно, виноват тот, кто улетает. Это просто. Давайте шкаф поставим с уманем. Да, локов нету. Там просто хаотично все стояли, понимаете? Так надо и люди не знали, надо где... от люди не понимали, и люди не понимали. Не мои проблемы. Есть метка, в ней надо стоять. Не мои проблемы. Чего там можно Лег. Не понимать? Накиньте Норки, 1000 ЕП, пожалуйста. Кому? Кому? Норки, первый пати прист. Ну, Филика может пойдет с нами. Норка все? Ну да, все уже. ЕП накинули, так сразу заливает. Ну, врывался, ПР был нормальный, там на плащ или на что. А, что вот это ПП, которая за неделю там уйдет, все пиздец. Ну, короче, Тхорна включил. Ну, накинь тогда пятихатку еще ему, господи. Накинь 500. Скажи, что я это сделал. Вы собираете? Нет. Наличие. Почти. Ну, хорошо, я через минут 20, если что, подойду. По-хорошему, я думаю, вообще ЕП не кидать людям, которые уходят с лича. Отменяй ему ЕП. Просто сказал, 21.37 сейчас, я уже двоих заменил. А что он сказал, ему уходить надо или что он сказал? Не знаю, что-то отойти надо было.
Кто хочет, устал, не хочет рейдить, можете прямо сейчас сливать. Я с волчата доберу людей, которые хотят убивать лича. Нахуй вы мне такие нужны здесь? Кирсон, поставь, пожалуйста, шкаф. Че у тебя там, мать? Ты сейчас скоро на ворбочный уехал. Ты что-то прикол не знаешь, картошка домашняя, свежая, мужик орёт. Не знаю. Я думал, у тебя на улице кто-то торгует. Разваристая, блядь. Только скинул. Он пошел. Давайте смотрим ШП. Прикольно так ударение делает на последний слог. Давайте бафы по рейду все здесь. Так, сейчас буду следить за всем, кто слакает. По 500 гп на ловушках, на осквернении, неважно, как вы там их развиваете. Весь рейд должен стоять в метках, звездочка, квадрат. Любой слаг гп. Не вынес чему гп и так далее. Пулгрим готов. Пошли, запускаем. Их с тобой. Надо возвращать эти времена репрессий. Тотального уничтожения, да? Личностей. Да. Сами их закалять будем потом. Делать из глины людей. Это они уже... По часу сидеть на лече каждый день не смешно как-то уже. Это все ставик своими ЧЛК и допи по НРС-ках. Первый вайп ловушка. Осквернение, второе осквернение, третья ловушка, четвертая ловушка. РД ловушка.
Чума, 3 секунды. Родеус, выноси. Сам себя. Мелики в квадрат, ловушка. Мелики в квадрат, стали в квадрат. Квадрат, встань. Боковая метку кидаю. Мелики в квадрат побежали. Череп. Под босса, под лича встали. Мелики, ловушка в квадрат. Мелики в квадрат. Ромбик, выступление, мелики в квадрат, ловушка, мелики в квадрат. Чума, 1 секунда, Рудеус опять. Мелики, ловушка, проводи трэш. Встали в квадрат, мелики. Ни лево, ни право. Почему 3 секунды? РДД ловушка. Актулгалы, чума. Так, себе диспел, бля. 1 секунда, чтобы добить лича без ловушки. Рейндж набрали. Фулгрим, давай гим на ману, ставь тотем прилива, бьем духа. Относитесь, АОЕ большой проходит. Чтобы не было АОЕ, надо еще шары бить. Шар кидает луч человека. Луч наносит урон по всем игрокам. Вблизи 10 метров. Всем игрокам, то пиздец ты сказал. Что там, СС на танка есть? Да давай потом повешу уже на третьей фазе, толку сейчас вешать, только КД будет. Оно спадет. Спадет. Давайте звезду становимся. Кружок, джаспанк, трусы в утроб. Через кружок играем, оскорение 3 секунды. Выйти, Авенс вышел, блин. На, так себе. Вот, сойдет. Трусы добить 300 тысяч. Оп, иди лича. Центр быстрее. Давайте рост. Звезду встали. Оскорение к порталу, рейс смещается в трону. Вышли. О, бля, молодец. Магия блинка. Фантастика. Ну, кто уголы станет этот ром. Трусы играем. Трусы тоже надо сыграть. Замедление по трусам. Так, с центра всем выйти, осквернение будет. Потом идем в центр. Оскорнение 3 секунды. 2, 1. Керсон, оскорнение. Везет сегодня просто. Давайте звезду. Фантастика. Блин, я в ромбике не застанет. Играйте, кружок. Ромб. Я в ромбике. Через ромб играем. Сейчас ромб улетит.
Красную печатку на ромб, осквернение 3 секунды. Давайте трусы еще сыграли. Все живы? Третья волна. Да, осквернение 2 раза на локе было. Так, опять будут вальки. Я ромбик застаню. Ты с Трисей не родственник там? Сейчас будут вальки, потом осквернение. Под вальками не стоять. Осквернение куэ, отойти от него. Да, очень быстро осквернение разлилось. Трусы побейте. Сквернение. 5 секунд. 2% до переходки. Рассосались. 1 секунда. Сквернение на Аудасе с Мелизона. Отбежали. Выводили чем? Вводи, они тупые, они не выйдут, блин. Отойдите от края. Все. Нормально. Давайте все на край. Дал мастера. Пишу на Поклонского СС. Давай. Сатараре, подавай гимноману. Сова, уйди из-под ебла этого духа. Блять. Что же вы такие? Какие-то не такие. Играйте во второго духа. Квадрат. Забирай квадрат, там тебе говорят. Играйте в кружок. Давайте. С платформы ушли. С этого обвала. Кружок будем бить. Давайте в кружок. Чем меня понял правильно? Видели, что он сделал? Не упал. Минус 500 ЕП. Давайте звезду встали. 4 хила должны на фул просто держать рейд. Упадем в комнате. Там для полного набора. Там духи, осквернение, агро. И захил. Че от духа в комнате? Умрем или от бомбы? Будет точно, что полный дом. Давайте сапу давай. Полный дом, блин. Да, полный дом. Full House это называется. Перевод неправильный. Перевод неправильный. Давайте в кружок играем. О, прикольно. Косты уже сбивают. И чё? А, нет, не показалось. Осталось только с осквернением не проебываться. Лево-право от мяча. Осквернение. Секунда. Несем на трон ее. Метролабик, блин, куйся. Да? Сойдет. Давайте к порталу теперь отходим. А, возможно, ну не знаю, ни в чем, наверное, вылетел. Судя по всему. Или может LTF4P пожал. Кого мы уже не узнаем. Давайте звезду. Это пятый трай? Да. Два раза на осквернение, два раза на ловушке. Побежали по стенке, там урон пройдет,
возможно, Авенс умрет или микролабик. Мне повезло. Ну дальше. Сейчас выйдем с комнаты, духи пойдут на нас. Мы смотрим на звезду, идем к звезде, к порталу. Видите, где звезда? Херсона можно тоже минус 500 ЕП. Саваня, подымай Херсона. Сквернение 2 секунды лево-право. Микролабик. Последняя комната. Ледяная скорбь жаждет крови. Знаете, почему мы убили? Нет, сейчас лича. Вам повезло? Да. Я потому что сказали, поэтому. Ну, конечно. А чем убили? У нас там еще 10%. Повезло так. И отвезет. Ну, сейчас, если все вайпнутся в комнате, то... Не, просто там... Вторая волна вали, суслятинка с блинком. Третья, четвертая волна на Лока кинулась из кернения. Вот и все. Так. Опять повезло. Я вам не стащил, у меня 500 ЕП, чего подъезжу. Ладно, тогда Херсон обратно ведем 500 ЕП все-таки. Рейд. Суслятинки ничего не будем возвращать, ему и так хватает ЕП. А, бежали к порталу. О, да-да, надо сейчас на ложе, давайте. О, Вэнс, отлично. Вот он еще хочет умереть. Микролабик. Стой же, не веди, наверное, так добьем. А если не добьем, то тронем потом уже сама. Давай, внизу. Вайпнемся. Так, черт. Ручки мои шала в левую ложу сбросили. Не знаю, как у вас, но это после таких трайфов вообще настройку вот нет. Чем тебе не нравится? 44 попытки осталось, вчера было 37. Ну, гильдия на прогресс идет. Неплохо. Ну да, не знаю. Либо поле приста брать. Либо людей зачем искать хороших. Я либо... сам усмеялся. Либо менять тактику с осквернением. Почему? Ну, Холи Прис кидает щиток на человека с осквернением. Я бы, например, это мог сделать. Он убегает. Это на самом деле профитная штука для затупков. Ну да. Проще 10 мага взять. Это реакция на 10 секунды должна быть. Плюс пинг, чтобы нулевой был. А мне кажется, если человек затупок, его там и щиток не спасет. Даже баба, наверное, не спасает. Меня, кстати, я такой... Понимаете, вот, перекап людей, таких как Мануся, которые пишут, а мне Рэл не сказал, что ловушка была, поэтому вот я улетел. Поэтому, бывает, задержки. Ну, не только поэтому, конечно. Ну, это не присыл чат, это наш сагильдеец, Кёрс. Можно ЕП Хопки отдать. Станешь первой жертвой. Или ладно, накинем обратно 1000 ЕП. Норки. Все-таки билды или чат там что-то делал. Меня, кстати, как-то даже тапки инженерские не спасли. В рейде Каноба был. Так я, ну, вроде как пробежал на тапках, но там, блядь, зашли в эту лужу, короче. Ну, глыбе бежал. И мы вайпнулись, нахуй. И он мне кричит вверка. Вой, ты долбоёб. Я его что-то не вижу, туда сдвоенные. Там елорка, там хорка. Хорка. Весь 3, я тебе написал прям на ханта, что сделать, кому накинуть.
И потом вот этих типов, ну с ТРР потока можешь кикнуть и накинуть 2500. Сколько мы сидели? 2 часа с чем-то, да? Сколько это? Ну 2.20. 2.26. 2.5. Ну, лечить с 50. 4 лайпа. Сейчас 40 могли, если там за 10 минут ключа бы убили. С утражера там двойной с кем-то? Не знаю. Но он ничего не писал, значит, сюда и кидай ему. Да, он вреден. Маги портал дайте в Долоран. Посох. Рудеус надо тебе? На оба. Это до сколько ему там? На ОФ это 93 ГП. Ладно, никто не рулит. Далее хворку не могу найти, потом в рейд зайдет, если шум накину. Да, у него там, или наверное, у него на русском написано. Да я что-то не нашел, может двойное. У кого да, нету по коня? По ПРу большому найди просто. А, да, кстати. У кого коня вообще нету? Так, Дарксон заслужил. Так, о, токен. Ну, наверное, у меня меньше всех ПРа, да? Мне нету смысла рулить. Ой, мне не надо, я забыл. Так, кто там выше по АПР на токен? Подскажите, утроп? Тогда утробу 300 ГП. Какие слова, я уже глянул с этим хантом. И кто там у кого права есть? Вот, ты тут кинь 300 ГП утробу. Ку-ку. Есть кто-то? Сейчас я найду. Тогда накинешь 300 ГП утробу и 93 этому Рудеусу. Еще на ГП. Ктулгл, это надо сдать в начале инста, получить вещи, там, накидку. Я уже сделал. Утробу 300, кому там еще? 93 Рудеус. В рейде есть. Давайте, ребята, волосы здесь изгоняем. По-бырому. Он Рудеус у тебя в пати. Ты заливнул и не накинул ИП. Так я ИП с хантом начистил, там, Кёрзу, Старзу, кому-то. Это рейду накинуть. Рейду накинуть надо. У меня прав тут нет. Вот, отошёл куда-то. Все, всем спасибо. Почти. Ой. Пожалуйста.
Саваня что-то ролила на сову в рейде? Что вроде не. Если нет, тогда я кидаю тоже ЕП.